Всем привет! А с вами, как обычно, я, Сталкер Банашик, мой персонаж Флюги Генхамен, и это Сталкер Онлайн. На СПБ-сервере мы стоим около новогоднего Сталкера, и давайте подойдем к коту. Так, ну что, каким людям ты хочешь достать посылку сегодня? Так, этим мы доставляли, жрецам тоже, мыслителям тоже. Остались поборники порядка и сторонники хаоса. Ну давай, поборники порядка. Твоя цель — Егор Стрелок. Ищи его где-то в аэропорту. О, ну мне не сложно совершенно. Если честно, это даже вообще не сложно. Чисто в аэропорт сбегать. Ну, что ж, пойдем сбегаем. Только надо посмотреть, что нам... Во время доставки нельзя никого не убивать. Ни эльфов, ни людей, ни мутантов. А, то есть ствол на плечо и побежали. В целом, нормально. Я думаю, добежим. Егор Стрелок. Поехали. Так, ну что, вот мы на гурмане, нам надо от перегруза избавиться. Да, посылки-то все-таки весят определенный вес. Так, надо что-нибудь скинуть. Сколько у нас? 102. Ну, я думаю, можно скинуть сладости. Хотя не так уж много весит, но скинем их. Да, они почти ничего не весят. Сколько они вообще, интересно, весят? Давайте посмотрим. 0,8. Ой, да они мало весят. Давайте скинем то, что, скорее всего, много весит. А, вот эти. Ну-ка, сколько весит? 0,8. Понятно, понятно. Ну и давайте снежки скинем. О, отлично. Так, кушаем крысу. Не хочется есть, но по дороге съедим. Бежим к Егору Стрелку. Стрелять нам, кстати, нельзя, да. Поэтому мы стволы на плечо. Про умирать же ничего не было сказано. Тут не особо сложно. Так, сколько у нас очков торговли? Код QR. 170. Где-то 30 дается, да, за один квест. Может быть, по всем квестам разные очки торговли. Ну, посмотрим, сколько будет в финале. Так, что, пойдем напрямки. Да вот крысу бы слопать, тогда можно бегать, не боясь мутанта. Я пока есть не хочу. Но опять же, да, если умрем, ничего страшного, главное не выстрелить, а выстрелить мы не сможем. Потому что я стволы убрал. Сейчас как назло мы встретим медведя. Закон полностью всегда работает. А мы от него бежим, то, блин, не факт. Во. Вот теперь нормально. Где-то рядом электро. Твою налево. Чё перегруз? Крысу съел перегруз. Да, надо перезарядить. Бывает, вот баги какие-то ловят с перегрузом. Магазин перезаряжаешь любого ствола, и все нормально. Не знаю почему так, но факт остается фактом. Так, ну что? А, медведь, вон он есть, да, Мишка. Эх, а убить тебя я не могу, к сожалению. Ладно, на обратном пути. Ну да, мы сейчас к Егору сбегаем и, может быть, обратно побежим. А может быть, нет, может быть, останемся артефакты собирать. Это уже посмотрим, какая погода на аэропорту будет. Ну вот. На окрестности 2 часа ночи. В общем, это тоже несложно, да, как вы понимаете. Самое сложное, это, наверное, когда мы побежим куда-нибудь на южный остров. Но пока нас туда не закидывало. В основном где-то рядышком. Рядышком и, в принципе, на караван, если побежу. Не знаю, на караван есть там, кому посылку доставить. Будем пробовать. Так, ну что, аэропорт, поехали. Идем, идем. Так, вот мы на аэропорт. О, видите, опять перегруз. Сейчас перезарядим. Перегруз. Ну что, тут до Егора Стрелка чуть. Там разы кабаны, правда? Да, там кабаны бывают. А как бы нам их обойти, чтобы с ними вообще не встречаться? Не особо-то получится. Ладно, мы от них тупо убежим. Ну да.
Ну, а если до нас кто-то из сталкеров прошел, то нам вообще повезло. Кабанов. Нет, кабаны есть. Так, ну вот этих ближних можно обойти. А потом сразу в гору бежать. Да, вот этих обойдем. Ну и здесь подымемся, думаю, сам оптимально. Так, все-таки один за мной побежал. Ах ты, злодей. Посмотрим, как ты перепрыгнешь через забор. Опа, облом. Сейчас мы этого также надурим. Кабаны же, они тупые. Ах ты, смотри, смотри, смотри. С двух сторон побежали. Ну ладно. А как вы на это среагируете? Опа, один развернулся, второй развернулся. Ну и пусть они там тупят. Ну все, в принципе, мы прибежали. Вот он, Егор, стрелок. Поиграли в прятки с кабанами. Посылка прими и распишись. Отлично. Самое интересное, что нам дали. Тут же еще награду дают, правильно? Не просто так посылку. 60 тысяч денег. 28 500 боевого опыта. О, неплохо. Так, у фракции охотники увеличилось на 30. У одиночек увеличилось на 20. У торговцев увеличилось на 20. У сталкеров увеличилось на 70. Как я и говорил в предыдущий раз, да, то есть все вот эти квесты, они дают плюс, 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 плюс. Минусов нету. То есть, выполняя эти квесты, можно... В принципе, неплохо репутацию поднять. Так, ну, новогодний подарок 30 килограмм доставили. И всего лишь две конфеты белочки. Ну, ничего страшного. Мы не ради белок их таскаем, а ради открытия проводника. И вот награда тут тоже, смотрите. В виде опыта. Ну, как бы и все. На этом наша небольшая вылазка закончена. Всем удачи, всем пока.